Полное описание и точность выхода с 9 по 12 серию сериала «Возвращение». С 9 по 12 серию сериала выйдут на «Россия-1» 21 августа. В новых сериях мы увидим, как Петр приезжает в Погодино. Грег уверен, что его дочь пропала по вине Олега, и он избивает его в камере. Елизавета намекает Ирине, что позволит ей видеться с сыном, но для этого и нужно будет обеспечить Олегу железное алиби. Тем временем на стройке Олега под кучей бетона находят тело человека. Следователь Гордеев уверен, что это пропавшая Камила. На Максима нападают сзади. И он после удара по голове теряет сознание. Ирина уверена, что это ее муж Петр. Она понимает, что в коттедже теперь оставаться опасно. Тем временем Эльмиру выпускают из тюрьмы. Но ей негде жить. И она просит о помощи Ирину. Вика решается на отчаянный шаг ради мужа. Елизавета Андреевна поддерживает невестку. Но чем этот поступок обернется для самой Вики и ее брака? Елизавета Андреевна подстраивает Ирине ловушку, используя декора, чтобы выманить бывшую невесту за город, где ее уже поджидает Петр. Максим, которому Ирина успела оставить сообщение, бросается на ее поиски. Он идет к матери Олега в полицию. Елизавета отрицает, что связывалась с Ириной, а следователь Гордеев отказывается открывать дело о похищении. Он уверен, что Бойцова просто вернулась к мужу. С 9 по 12 серию сериала выйдут в эфир 21 августа. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.